оцениваете сами, думаете, чего это варто. Мы будем черговаться с Паулом и ягоным романом. Я периодично с ласкавого дозволу господара не только всей цудовни, але и гитары, якая по честное место тут займая с ласкавого дозволу Андрея, периодично користаться музычным инструментом. Дозволите? Они будут... Главное, ко мне она сама дозволила. Коли она не дозволит, это не так. А тогда я подякую Ветлеву и вернусь до монотонного. А спевать хочется, тому я часом перекладаю любимые песни. Хай будет для початку Боб Дилан. В оригинале это называется «Blowing in the Wind». Розные верники лечат этот рефрен оптимистичным. Мовляв, задавай питання, і ветер принесе тобі отказы. Песимісти думають, що ж гэта за життё такое, калі отказы тільки у ветры, на ветры десь льотають. Да? Шклянка, як звичайно, паўпустая альбо паўповная, як вам больш падаваецца. Як выйде? Колікі дорог трэма людям прайсці, когда людей доросли, колики ночей над потопом летить, голубь до родной земли, колики гармата устрелять не по нас, перш чим мы знойдем отказ, словы у отказ. Толики ветер несе, толики на ветер усе побач. Колики глухому потребна в ушей, как отгукнуться на плач. Колики сябров скосять кули покуль, стянем, что лепей без куль. Словы в отказ, только ветер несе, только на ветер усе. Я дарую тебе танчить колумбийцам. Крыху подумал и додал. Я хотел бы писать верши так, як танчить колумбийцам. Еще крыху подумал и додал. И просто. Танчить колумбийцы так само хотел. Другое. Правила дорожного руху. На скрыжовании спыняется мотоцикл. Керуя девчина у шаломе. Ошеломляльно пригожая. Сзаду хлопец без шалома. Сядит и с рызыкой для життя. Не трымается за ее. И все колумбийцы наукол стоять и думать. А я за такую трымалась. Навод с рызыкой життя. Третье. Символ миру. Крыху непристойное, але у меня есть алиби, оно пацифистское. У самом сердце Колумбии, на авеню Эль Колумбьяно, голубка сядая на дах, а голуб на голубку. Тут могла быть мораль. Make love, not war. Але и без морали все робится правильно. Давайте прочитаю вам про метро. И коли ты спазняешься на опушний тягник, ты застаешься до раницы в Винсентском лесе, как одной часа со мной отбылося, и застается ходить и сутешать себе, придумляючи ремейки ведомых. Настрой был, ну, вы побачите, який. Первое. Брыдкая качаня. Жило себе брыдкая качаня. Добро себе поводило. Слухалося старейших. И головное выдатно харчовалось. Бо вельми хотела худшей вырасти. Ела и оно ела, але так и не зрабилася про украсным лебедем. Бо одной чё померла, ушчен закормленная туристом. Коли вы любите птушек, не кормите их, написано во всех парижских парках. Другая частка. Кот у ботах. На мостах, помеж островами Винсентского лесу, категорично забороняется проход с собаками. Шкода, что ни слова про котов. Что робить кот у ботах?
доверливых туристов, которые разуваются, расстегнувшись на траве, лепш у меня не пытались. Нагадываю, это был ремейк казки «Коту Бодрана». Третье. Попелушка. Всем повольно треба читать, с паузами. Часом кот, поспевая нагадить, только у один туфлик. Четвертое. Дюймовочка. Знакомитый голландский ботаник одной наведал пах флюраль и долго-долго вывучал усе червоные, белые, желтые, оранжевые, блакитные, фиолетовые, ружовые, барвовые, лилевые тулипаны. Але так и не знайшел их ни в одной дюймовочке. Стомившись, он присел на лавочку и разорвал упаковку с чипсами. А там маленькая девчинка усмехается ему и нечто щебече на ягоной мове. Истотно, что бульба, с якой зробили чипсы, была с его родной Голландии. Трава так само. Это бывает, когда включается Соника. А Соника там включается хвилин 45 на суд. Решту часу, это наипрыгажейшее в свете Исландия, выглядая, как Мордор у фильмах Питера Джексона. Да? Тому исландцы, каб не кончать самогубством, каб морально, психично подтрымливать одно одного, одна из самых позитивных наций. Я не ведаю такой колькости там, ночных клубов на 50-тысячный город. Усе яны гостинно працуют до раницы, то бок до опошнего клиента, а ранее яны оттуль не сходят. Яны сябруют усе з усімі, тому на літаратурных читаннях можно просто сустрэць Бьорк. Не могу вам доказать, бо адмаўлялася фотографоваться, бо прыйшла без макіяжа. Да? Самое главное. Таемный голос был двух. Да и Давид, и чуе Бог остатніх. Эта песня не хвалюе. Знаёмы лад, вядомы спеў, так цар збянтэжана хрыпел, усё, што меў, уклаўшы у алілюя. Алілюя, алілюя, алілюя. Аллилуйя. Ты прагнул веры, вось яна на даху ванной да видна, на трон и на житё твоё полюбе привяжа до своей красы, на кухне зрежа волосы и выпе своих устнов. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ты кажешь хитное имя, ты что в именах, а кроме того, за что и без имени люблю я. Неважно, грешник ты святый, по угожным слове чуешь ты, як в огнищем палая. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Як неслухмяное дитё, живу на обмацах життё, раблю не шмат с тобою, не махлюю. Ты, Господ, песни усё одно ухвилю, коли все чутно, не словы чуть, не только. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
роте разбухає, відмовляється ворушиться. Увесь голосовий апарат ахвяри до смерті наполоханий жудасної конкуренції опускається у страву. І уже оттуль вящає своє приглушене послання іммігрантського ураху. Ось ми, мама, тата, бабуля, стоїмо на кухні, схиливши, як школьники перед завучем голови. Мармичем варту і жалю оправдання. Влетаємо сльози і смарки. Баба Роза дає прочуханця за підгорілою пательню або за недополіваною квітку. А її дочка, баба Груня, так само мої батьки Галя і Андрей зробилися подобною до моїх старейших братів і сестрів, яких я ніколи не мав. У такі мгнення ми всі опинаємося в одній дитячій візі. Пронизливий крикоспів сповіває нас суровно, як мух павучині. Гэта матріархат по повній програмі, без права перепіски. Вершенство бабарозіної влади поширається на самые далекі кути господарства, на прусаков у кухонній шафці і вишвырного паука в гостьовні. А хто там скаже Ігор, може навод, і на атоми? Нам всі люди, живёлы і предмети імгненно шихтуються на зважай, калі баба Роза улітає в кватеру раз'юшеним дебухом. При її ураганним наближенні талерки на сушилці в очевидки круглеють, а келихи ошаломлено подзинкваюць. Калі баба Роза подымає голос, электричность у лямпочцы густее і наліваецца оранжевым страхом. Своєю неласкавішою ласкою, просто за столом, посярод святкування на родину, забороняє всім 20 гостям брати у рот торт ленинградський, власноруч вириваю їх сподки з ласунками. Шоколадний торт особисто їй познався кисловатим. Уладним жестом під час сімейного прогляду на нуль скручує телевізійну плешку просто посярод любовної сцени. Нам не нужен этот смаркливий сопляж, Галечка. Здається, я неяк навод зробився свідком того, як баба Роза ставила у кут зятя своєї дочки, моєго батька, Андрея. Принамсі, після неякої сварки він довго топтався у проємі за сервантом і тихенько так рунзав. Баба Роза при гэтым гняўліва рукатала посудом і полторала. Кандидат наук, видели мы таких кандидатов? Поедем, дитя, на свято життя, где солнце усмехается с дымки, а море дае, як вочы твоє, калі открываешь обдымки. И все, чего прагнешь, там есть. Роскоша, спокой, прихожость. Обставим покой с любовью такой, у стыли таким раритетным, каб древо и шкло чароўным было и добро было тет-а-тет нам. Камин, жарандоль, каб тени на столь, суквеття, сугучча, сумоўе, нібыта с чужой, ды близкой душой, говорит само залюстровуе. И все, чего прагнешь, там есть. Роскоша, спокой, прыгажосць. А зранку, калі усе караблі чакають тебе на причале, одно захоти і ў Індыю ті Амерыку нас бы дамчалі. А ўвечар, калі палацы і палі залоціць святло на заходзе, палеткі і дамы заснуць, як і мы, у тёплай вясновай лагодзе. Усё, чаго прагнеш, там ёсць. Раскошы, спакой, прыгажосць. Это питание, ну, скажем, типовое для шматких народов. И это питание не просто типовое, а еще и принциповое. Бо те магчимо побудовать свою национальную державу и вовле уладковать территорию існування титульной нации, як такой, коли она наступает, не з'являється самостоятельной державой, сіль, яна знаходиться у нескольких політичних утвореннях, нескольким державам, як це буває з некоторими народами. Напевно, без мислення зробити це немагчимо. Це вельми, вельми складана задача. Тому народження, вибудова своего национального мислення, это одна из першасных задач любого народа, який стає на шляху суверенітету, незалежності і так далі. І беларусы задавалися в этом питанням не